И так получилось, что мы приехали в Городецкий Федоровский монастырь, отстояли службу втроем, собирались уезжать. Ну, как так получилось, что вот мы встали на эту, в эту очередь на исповедь, исповедовались. Отец Лаврентий, я подошел к нему на исповедь. И так как это была моя первая исповедь, он меня попросил задержаться в службе, дождаться его. Мы дождались с супругой и с Дианой, каждый пообщались с ним. Около 2 часов, наверное, длилась беседа у каждого. Потом все втроем пошли попили чаю. В общем, у нас экскурсия, вот эта вот спонтанная, просто съездить сюда в монастырь, затянулась на 12 часов. Наше это любопытство посмотреть, ну, нас сблизило в итоге. Мы были здесь 30 декабря, скажу честно, после беседы с отцом Лаврентием, многое у меня в жизни перевернулось. Я думаю, так же и у девочек моих. Мы начали читать священные книги, священные писания, Ветхий Завет, Новый Завет. Жена должна почитать мужа. Жена за мужем. Муж у нас глава семьи, папа у нас глава семьи. Поэтому поменялось все. Именно после того, как мы пришли к Богу, мы смогли, наверное, Бог нам помог, да, поработать над собой, отпустить все плохое вообще. Мы вышли из этой атмосферы добра и любви совершенно другими людьми. То есть абсолютно. И именно в этот день отец Лаврентий сказал: нам нужно венчаться. И мы сказали: да, нам нужно венчаться. То есть мы поняли, что это необходимо. И мы приехали на венчание, обвенчались, и меньше чем через месяц мы зачали нашего малыша. То есть мы сейчас в положении, в ожидании второго ребенка, да, то есть, как бы врачи не говорили, врачи тоже удивляются. Лично мой врач, который говорил, что нам нужно было, скорее всего, делать ЭКО, у нас все получилось, все хорошо, и надеюсь, что все так и будет дальше продвигаться. Меня друг приглашает, говорит: пойдем сходим в христианский кружок. Я говорю: а что там? Ну, там есть такой Женя Солянкин, он ведет эту группу христианскую, мы вот с ними побеседуем там. Вот. Я говорю: это не секта? Говорит: да нет, я там все проверил, все это. Меня Денис позвал. И вот он меня привел, мы с ними побеседовали. Оказывается, хороший такой клуб, где можно рассказать о своих проблемах, о своих горестях, где можно поделиться своим опытом. И вдруг моя душа нашла пристанище какое-то маленькое такое, пока маленькое еще пристанище. Ну и Женя, видя наше такой вот открытость и искренность нашу с Денисом, еще одного человека, он Алексея Кудрявцева взял. Видя эту искренность, он, конечно же, предложил нам съездить к одному удивительному, прекрасному, мною еще неизведанному человеку. Вот. И мы к этому человеку поехали. А звали этого человека тогда, ну, вы сами догадаетесь, игумен Августин, сейчас уже епископ. После этого беседы с владыкой, которая мне так легла на сердце, я ему в этот вечер все рассказал. У меня не было никаких секретов ни от кого. Но после этой исповеди я вылетел, не просто вылетел, я просто вспорхнул на крыльях. У меня пределов к моему счастью не было. Я был просто счастливый человек. И я хотел попасть каждую неделю на такую исповедь. Я каждую неделю приезжал и каждый день попадал на эту исповедь. И вот эти встречи, они меня просто так, к такой жизни побуждали, потому что владыка здесь организовывал всякие фестивали. Мне так нравилось участвовать в них как-то. Я пока не жил еще в монастыре, но меня привлекала эта жизнь. И даже когда я по утрам бегал в парке, там еще в Нижнем Новгороде, мне так плохо было, горько на душе. Но когда я представлял, что я бегу в Федоровский монастырь, мне такая радость появлялась. И в один прекрасный момент, когда у меня очередной раз случился приступ, вот, сердечный. Ну, как сердечный приступ, это сложно назвать. Меня просто трясло, как в эпилепсии. Вот, и сердце останавливалось. И тогда мое было первое обращение к Богу. Я сказал: Господи, я понял, что ты от меня хочешь. Мне нужно ехать к епископу Августину. Тогда он еще был батюшка. Я говорю: все, еду к батюшке Августину. И сразу мое сердце, Саш, и сразу мое сердце в одно мгновение, у меня пульс был 48, такой низкий пульс. У меня сразу восстановился пульс, прошла трясучка. Я пришел домой, как ошарашенный. Я говорю: мам, представляешь, все прошло. Она говорит: а как это все прошло? Я вот такие слова мам сказал, и вот все прошло. Сейчас вот говорю и плачу, не могу прям. Потому что это на самом деле изменялась моя жизнь. Это, ну, до пострига где-то было 5 лет. Вот 5 лет я жил только в монастыре, проходил послушание.
Но внутри моей души было два таких вектора, которые меня приводили в какой-то омут. С одной стороны, мне было хорошо здесь, а с другой стороны, этой радости я не получал с этим человеком, с которым меня благословили познакомиться. И я не видел той радости. И я удивлялся, как же так, как же достичь вот этой радости? Ну и как подумаю о монашестве? Радость какая-то. Как подумаю о женитьбе? Какая-то печаль. И вот я приезжаю к матери, вот, и собираюсь ей сказать вот такие слова, что я сейчас, мама, тебя прошу благословения, но только ты мне быстро ответь. Ты мне, мама, быстро ответь. Монашество мне принять или жениться? Как ты благословишь, мама, так и будет. А до этого я помолился Сергию Радонежскому. Я: Сергий, помоги, пожалуйста, я прошу тебя, открой мне твою волю, Господь наш, открой мне волю. Вот. И я спокойно приехал, отвел маму на кухню, говорю: мамочка, вот как ты сейчас благословишь, так и будет. Отвечай быстро, монашество или жениться. И моя мать мне сказала, говорит: сынок, ты, говорит, конечно, монах, но не готовый, но монах. И благословил. Ну а что против благословения матери? Я даже сначала испугался, я ожидал другого ответа, думаю, сейчас скажет жениться. Вот. Она мне говорит: монашество. Господь все поставил, и кардиостимулятор, все, что нужно, поставил. Вот у меня же никогда не было братьев, он дал мне столько братьев, что вообще. Вот. Мне столько братьев, вот, и все хорошие, добрые. Каждому я по-своему обращаюсь, каждого что-то полезное можно учиться. Я говорю, что сейчас даже взрослые люди, которые приходят у нас исповедуются, молодых ребят, я такой феномен наблюдаю, они в нас находят отцов. Я так этому потрясен. Ну, кто я такой перед этим 40-летним дяденькой? У меня отец Лаврентий, представляете, я бросил курить. Вот Господь что-то человеку такое дает, испытания какие-то, да? Недостатки, с одной стороны, какую-то неполноценность, вот. А с другой стороны, Он это дает, чтобы заполнить эту пустоту. Мы должны заполнить эту пустоту чем-то очень важным. И вот в моем случае мне Господь показал, что ты иди по моему пути, я заполню твою пустоту. Я все тебе дам. Я дам тебе хлеба, я дам тебе все. Я тебе дам новую одежду, новое имя. Я дам тебе братьев. И самое интересное, то есть почему вот я, наверное, все это рассказываю, потому что действительно произошло чудо. Но мы знаем, что мы зачали на Рождество. Скажем так, вот. Я говорю, мы уже настолько смирились, что мы поняли, что, наверное, так дано вот нам судьбой, что не будет никого. Вот. И у нее раз задержка. Вот это уже... В январе, все, она бегом тест, там теща побежала за тестом, бегом просто, и все. И смотрит, у нее две полоски. То есть, она сама не поверила. Да, были неудачные ЭКО, и тут спонтанная беременность. То есть, это как вот, то есть, никто вообще не ожидал. У меня бабочки летали, конечно, я был счастлив просто, я не знал, как описать. Но вот меня сдерживало, что я знал, что я не Бог. Да, я молился, чтобы он родился здоровый, чтобы он родился счастливый. Вот. И слава Богу, то есть вот родился у нас Макар, мы назвали, 22 сентября 2016 года. Дети нужны для того, чтобы ощутить полноту радости жизни. Вот действительно, я ее ощутил в полной мере. Как бы, как сказать, я счастлив, я на него смотрю, просто я насмотреться не могу, конечно, как бы, а уж когда запах как бы, младенца, как говорится, то есть, ну, не передать просто словами. Сейчас ты живешь там, ну, там, не знаю, 80 лет, 70, думаешь, Господи, да ты, Господь тебе дал жизнь, там, дал супругу, дал тебе сына, родителей, которые живут. Конечно, я все это ценю сейчас, я радуюсь жизни, я рад, что... Меня они так воспитали. Конечно, я благодарю Бога за все. После этого, конечно, ты начинаешь настолько ценить Бога, то есть начинаешь следить за словами, следить за мыслями, за поступками, и ты начинаешь уже совершенствоваться на самом деле. И, конечно, честно сказать, вот даже то, что мы пережили вот эти вот 9 лет, да, то, что не было детей, конечно, это сблизило. То есть многие, наоборот, расстаются, а у меня даже в голове не было как-то вот, ну, расстаться там или что-то. То есть, ну, я, наоборот, понимал, что я буду как последний, извините меня, подонок, который ее бросил там, да, в трудный момент. То есть я понимаю, что, да, пускай, ну, я потерял годы там какие-то время, но просто я намного больше приобрел. Намного больше приобрел, потому что я понимаю, что мне дал и православие, и церковь. Батюшка дала просто больше всего, что мне нужно было. Да, жизнь начала налаживаться в плане того, что если ты молишься Богу, и ты понимаешь, что тебе нужно
это, а не нужно это. То есть все-таки ты в первую очередь спрашиваешь себя мыслями, нужно тебе это от Бога это или не от Бога. То есть понимаешь, что раньше я пошел, грубо говоря, там купил себе наркотиков и там и покурил что-то еще. То есть я понимаю, что как это делал своими мыслями. Ну, конечно, я делал это не от Бога. Раньше я просто это своя глупость и неразумие, и твоя тупость привела к тому, что ты вот сел. Вот и все. То есть, а сейчас ты делаешь, живешь спокойно, работаешь, растишь семью, соответственно, живешь в этом отношении, молишься, слава Богу. И ты понимаешь, что живешь с Богом. То есть все непосредственно через молитву только сейчас происходит. Потому что, ну, больше никак. Я больше своей жизни просто смысла уже не вижу. Говорю, что Бог нас любит, и Он нам помогает. И вот тот момент я тогда поняла, что о чем Он говорил, что какие мне испытания в жизни ждут, и что будет со мной. Вот. Был страх страшный. Вот этот диагноз, я потому что врач, и понимаю, что онкология не лечится, никакая химиотерапия, никакие врачи не помогут, если ты сам не справишься, и Бог тебе не поможет. Он тебе дал шанс, и испытание такое в жизни, через это надо пройти, что-то переосмыслить в своей жизни, чтобы вылечиться. Я приехала на собор, не уже, ну, как бы уже осознанно просить Бога, чтобы Он меня спас, чтобы Он мне помог, чтобы вот, ну, как бы те грехи, которые я совершал за столько лет, чтобы мне как бы справиться. Потому что человек один очень не сможет один справиться без Божьей помощи. Но у меня было такое состояние, я ничего не могла сказать, у меня слезы лились градом. И вы не поверите, то, что я до этого ходила к двум психологам, ну, чтобы как-то справиться с этой ситуацией, как-то себя поддержать, но они не нашли тех слов, мало того, что родственники тоже, они как бы жалели тебя, а помочь они ничем тебе не могут. Вот отец Варнава, он нашел такие слова, которые вообще перевернули мою жизнь, вообще мое мировоззрение, что на самом деле, что эта болезнь, это во мне во благо, что я должна справиться и исправить себя, и через мою болезнь, как он мне сказал, и слова его были пророческие, что придут через мою болезнь мои близкие люди, которые были далеки от церкви. И на самом деле его слова были пророческие, я забегаю вперед, что у меня мама, которая была там атеисткой, коммунисткой, она сейчас ходит в церковь, читает Акафисты Царицы. Вот то, что мой муж, который, ну, спокойно относился к вере, то есть он тоже стал ходить со мной в церковь, исповедоваться, причащаться. Вот. И когда я пошла на операцию, вы не поверите... Да, операбельная была, да? Да, меня оперировали. Вот, ну, там удаление органа было, но вы не представляете, я знала, что в этот момент здесь в монастыре молятся монахи в алтаре за меня, за врача, которому оперировал. Это была такая сила, вот я шла, и у меня не было страха. Вот я вам не вру, что такое ощущение, как будто у меня какая-то сила туда несла, вот, и я знала, что вот это вот, когда молится монахи за тебя, это вот эта благодать, она ощущается да, даже на несколько километров, что не надо бояться, надо только верить вот в Бога, вот в веру, что все будет хорошо. И операция прошла как бы успешно. Вот, и после операции я уже как бы осознанно стала приезжать в монастырь. Лекарства от всех болезней мы найдем только в церкви. То есть не надо искать врачей, бегать, тратить миллионы денег. На самом деле, что лекарство, оно вот, пожалуйста, проси, не стесняйся Господа Бога, чтобы Он тебе помог. Апостол Павел говорит, что мы этот мир видим как сквозь тусклое стекло, как богодательно. Но мы не видим той еще сущности, которую Господь нам приготовил. Мы не видим истины в этой жизни, потому что эту истину мы внутри еще не обрели. Все испытания Он дает нам ради чего-то, чтобы мы что-то поняли. И любые испытания, как Он говорит, мы пройдем. Когда я даже освободился, мама мне говорит, ты потерял, ну, грубо говоря, 5,5-6 лет. Я говорю, мама, я не потерял. Я приобрел намного больше, чем ты думаешь, внутри себя. Потому что я благодарю Господа Бога, что через такую болезнь Он меня привел прям вот к истинной вере. И что хочу, чтобы люди тоже вот на моем примере поняли, что чудеса бывают, что люди исцеляются даже за такие вот заболевания, которые не лечатся. Но все с верой в Бога. За каждого человека на земле идет борьба. Каждый, кто родился, идет большая борьба. Если человек родился, значит, он нужен на земле для чего-то, для какой-то цели. Как только мне стоит сделать какую-нибудь нехорошую вещь,
Господь сразу мне напоминает об этом. Как только уйдешь с этой стропы, забудешь, перестанешь молиться, все. Тут же все начинает сыпаться, тут же все начинается опять не так, начинаешь раздражаться, начинаешь со всеми ругаться. То есть это вот уже пройденный этап, я это уже прекрасно осознаю. Бог как бы делает нам добро. То есть, например, тебе сказали помыть посуду. Вот Боженька это все слышит. И Боженька тебе говорит, что надо это сделать, и ты это делаешь. А дьявол говорит наоборот. Мы все сейчас живем временную жизнь. Есть жизнь вечная. Сейчас мы должны ее настолько грамотно, правильно прожить, чтобы потом жить там, с Богом, с ангелами, не знаю, в счастье.